Всем приветики. А у меня сегодня очень интересное утро. Я в таком пикантном настроении. Новый влог, кстати. Утро начинается с великих дел и с великих растрат. Я приехала на сервис, уже на второй сервис, потому что на первый сервис я приехала, мне там насчитали очень-очень космические цифры. Сделала там диагностику, отрегулировали фары, короче. И сделали диагностику моей ходовки. У меня в последнее время, ну где-то месяц, наверное, стучит сзади что-то. И такой шум, прям тут, как будто в ведре у меня там какие-то болты, гайки и ключи лежат. Как будто бы это все в багажнике. Но там на самом деле ничего такого нету. В общем, я поехала сейчас на сервис с моим любимым. Сделали диагностику и все вообще очень-очень печально. Там, короче, насчитали нам на 40 лет. Вообще приехала с утра, вообще такие новости не фонтанские. Вот, и короче, 40 лет, представляете, 40 лет. Мы приехали на другой сервис сейчас, ну, машину, и короче, он говорит, здесь немножко подешевле будет стоить работа хотя бы. В общем, не знаю, во что это здесь мне выйдет, но чувствую, что на зарплатку я сейчас на свою подразорюсь. Но надо, это я еду сейчас, у меня вообще шквал эмоций, я себя, не знаю, пытаюсь успокоить, что да, я трачу эти деньги не на себя, а на машину, но как бы это же моя безопасность, я себе делаю отношения, это моя безопасность, комфорт езды, не будет этого стука, во-первых, во-вторых, это запчасти, которые расходники, они уже пришли в негодность, там какие-то сайлентблоки, какие-то рычаги, ну, девчонки, наверное, не поймут, да, потом стойка стабилизатора одна потекла. В общем, тормозные диски надо задние поменять, вообще уже выработка, там, ну, короче, этих слов уже не запоминаю, и колодки задние, и, в общем, все это очень-очень прям печальненько. Вот, на передних тоже колесах там тоже что-то такое, забыла все эти слова, в общем, на ходовочку приехала я с утра. Вот, сейчас отдадим машинку и посмотрим, что нам здесь скажут. Надеюсь, хотя бы здесь будет подешевле.
прям вообще в ногу с поездом. Вы же видите, что движение двигается. Ой, движение эти, деревья. Па-па! По сигналиму. Давай. Че, мы уже это подъезжаем к Сочи, да? Не? А, у нас 95 километров до Сочи. А, это Лазаревская или еще нет? Еще не Лазаревская. Наверное, Лазаревская. Местные жители. Шучу, конечно. Так, что это у нас? Пробочка, что ли? Или светофор? Или пешеходная? В чем мы стоим? Остановились. Смотрите, как все зелененько, красота, температура падает за бортом. Смотрите, 17:40 и уже 29 градусов. Осень таки. Посмотрите, какая красота. Мы приехали. Мы уже разместились. И вот возле наших апартаментов вот такой красивый парк детских аттракционов. Ну, не знаю, мы, конечно, кататься не будем. Мы... Что, будем? Да? Будем? На чем? Я не буду. На лошадках? На паровозиках? Нет, ну там посерьезнее. Там есть? Конечно. О, я буду кататься детская. По-любому. Ил-18, по-моему. Пальмы, пальмы. Везде пальмы. Думала, что будет прохладно, потому что посмотрела прогноз погоды. Но нет, нормально, все вообще супер-пуперски. Погода отличная. Совершенно не холодно. Я переживала, потому что я куртку не взяла. Что новый день, мы на пляже, пляж Адлера, народу мало, нам повезло, это такой то ли участок, то ли время, так, что уже конец сезона, народу мало. В общем, загораем, купаемся, водичка чистая, прозрачная, тепленькая, класс. Вот, смотрите, покажу вам, какая у нас тут атмосфера, в принципе, все очень даже
приятно. Не то, что мы в прошлый раз ездили, вообще было ногу некуда поставить. А сейчас все отлично. Кафешки там сзади. Музыка не сильно даже кричит. Очень приятная такая атмосфера, да? Место. Не знаю, повезло ли с местом, что мало кафешек, не орет музыка. Же я люблю Адлер. А мы на форелево хозяйство, да, едем? Ты адрес точно форелево хозяйство била или мы вообще? Ты ставил форелевое хозяйство адрес. Ты же набивал. Ну, ты же потом что-то там делал. Я ничего не делала. Мы едем на форелевое хозяйство. Ну, смотри. Что там? А, да, кстати, вот аэропорт проезжаем. Так, мы по пути заехали в стекольный цех, мастерская, где ручная работа, выдув стекла, фигурки, статуэтки, посмотрите, какие прикольные штуки. 400 рублей, тут вот дальше такие вот интересные фигурки. Ой, какие зайки. Вот такие вазы. О, гляньте, прикольный дракончик из стекла. Роза красивая, стекла, все красивое. Здесь вообще как в музее, можно ходить и любоваться. Хочется все. Было бы куда это ставить, только вот, смотрите, как тут прям это витрина за витриной. Интересные это штуки. Ручная работа вся. Ну, понятное дело. Цены уже не сложишь. 5400. Это маленькая штучка. Да, маленькая ваза. Стекло. Стекло, да. Не хрусталь. Угу. О, слоники по 2000. Я в Индии покупала такие. 1200. Сердечки. По 1000. Нет, здесь хорошие для декорации, например, вазы. Бижутерия какая-то, тоже видно ручная работа. А я сегодня даже сгорела на пляже, прям чувствую, как у меня плечи горят. Смотрите, вон стриптизерша, ну или это девушка просто на пилоне. Гимнасты, культуристы, еще какие-то вон танцоры. Здесь видно гороскоп, стрелец, еще что-то. ₽20 000 шахматы. Mm-hmm. Обалдеть. Thank you.
фонтан суперский. Смотрите, сколько здесь народу. Играла музыка, поэтому я, наверное, наложу другую музыку. Но это вообще шоу, вообще. Там еще даже вспышки, когда музыка громче за... включается громче музыка, и вспышки — это фаер-шоу. Да. Мы, короче, нашли в Адлере улицу баров. Представляете, здесь прям по кругу идут вот бары, ночные клубы, бильярдная, кальян, стриптиз-бар, еще один стриптиз-бар, короче, там дискотека какая-то. Вот здесь ночной клуб «Мандарин». В общем, тут глаза разбегаются просто. Столько всего. Хочется везде зайти, прям музыка из каждого заведения такая доносится, интересная, и прям, не знаешь, глаза разбегаются, куда идти. Смотрите, как здесь клево вообще, мы тут впервые. Тоже Men's Club, смотри. Я видела, да, Бордо, я же тебе говорю, да. Ну раз Men's Club. Да. Прям только это, кидай деньги. Они бесконечны, эти заведения. Мы еще нашли, смотрите, я сейчас покажу такой прикольный фасад здания. Вообще класс. Вам видно? Человеки там бегают. On the Rocks. У нас в Ростове тоже есть On the Rocks. Вот, поближе покажу. Вон. Опа, прикольно. Это мы завернули за угол, а здесь еще клубы. Мята-клуб тоже вот такой вот. Там еще что-то. В общем, бесконечное множество заведений. Класс. Еще одно доброе утро. У меня на завтрак брокколи. Хорошо. Маковая запеканка со сметаной. И здесь мой любимый решил позавтракать. Но мы поздно встали. Жаркое с говядиной, по-моему. Какой-то салат. Поздно встали, потому что поздно вчера легли. Гуляли в клубе. И, наверное, поэтому... чуть-чуть решили позволить себе поспать подольше. Это вот такое вот кафе неподалеку от наших апартаментов. Такие красивые плафончики, светильники. Очень уютное место. Как же я люблю капучино. Так, капучино, а тут латте. Латте, мармалата. Ого, тортик. Слушай, ну вот это у нас ничего себе завтрак получился вообще. Прям как шведский стол. В общем, мы купили экскурсию в дендрарий. Я здесь была крайний раз лет 15, а то и больше назад. В общем, едем на электрокаре. Да, такой вот бусик. Куда идти, имеете? Поднимаемся вверх на электрокаре, и нам еще, по-моему, даже сделают сейчас экскурсию. Сейчас мы в верхней. Есть два парка, верхний и нижний. А нижний это выше? Вот так.
Что, у нас какой-то объем где-то 20-й, по-моему, да? Ну, 20-й. 20-й. А по лестнице вот туда все идти надо, да? Да, там, там дорога. Поехали. Пока есть компашка, то надумайте и компашка. Федералы, кстати, этот парк держит. Это не региональные, не местные власти. Это федеральный парк. Мы остановились в горах, высоко. В горах. На горе, короче, здесь кафешка. Дом лесника. Посмотрите, какие здесь цены. Конечно, подороже, чем внизу. Просто в кафешках. Мы заказали, что ужин рыбака заказали, вот 300 грамм 600 рублей, и цезарь с семгой 300 грамм 500 рублей. Просто вот горы и кафе. Можно было посесть внутри, там такая избушка, но мы же в горах, мы же хотим подышать воздухом. Такой размерчик нехилый. Цитрусовый лимонад собственного приготовления. Я так понимаю, это просто нарезали апельсин, да, и накидали льда. И все. Вкусненько. Я думала, это просто вода с этими с апельсинками. Нет, это что-то другое. Сироп добавили туда. Да, какой-то сироп. Обалдеть, вы посмотрите, какая огромная просто порция. Это вообще, это не увеличение, это не зум. Это офигеть, какая огромная порция. Мы просто в шоке. Прикинь, перекусик, да? А сейчас они принесут еще ужин рыбака. Там еще больше порции. Это 250 или 300? Или это и ужин здесь, и все. А, лопухи эти снизу положили, накрошили и так это пушевали, встушевали. Вообще круто было. Слушай, ну что, пробуем? Вот и лодочка подоспела. Ужин рыбака. Смотрите, походу даже сверху сыр что ли запеченный. Конечно, сыр. Там семга с овощами, еще с чем-то. Будем пробовать. Слушайте, ну выглядит очень даже неплохо. И довольно-таки немаленькая порция. И салат, кстати, офигенский. Молодцы. Хорошо готовят. Красота, пальмы просто огромеханные. Интересное дерево с такими интересными цветочками.
бутылки водки с бамбуком такие громадные, там ну, водку заливают. Просто там один в Китае или в Таиланде где-то вот. Ой, даже такая вот есть красота в этом заповеднике. Страусы, там еще один. А вот там еще он. Где? А, какие-то куропатки. Это какие куропатки, ты прикалываешься. А что он щипает сетку? Что там корм какой-то лежит? А, может быть. Павлинчик вылетел на градку. Интересно, он сейчас что собирается делать. О, прикольный. Правда, перья уже, хвост весь общипанный. О, красотулька. И даже так. Ой, нашла что-то. Иди, иди сюда. Оп. Привет. Приветики. Смотри, вообще не боится. Такая она, понял, думала, что-то дадим, а у нас ничего нету. Такая интересная лестница, бесконечная, ведущая к фонтану. Но ее преодолеть, короче, уже нет сил. Мы решили спускаться вниз. Там тоже еще очень много всего интересного. Да. Такая вот, такая лапа. Лапа пришла, смотрите, какая. Чуть-чуть целует, кусает. Да, вот, вот. Любовушка, любовушка, да. Что там, блошки, блошки закусали? Все, покажи глаза, покажи всем глаза наши. Какие безумно красивые глаза. Ребенок, какой красивый ребеночек, да? Вот она. О, маленький. Прелесть. М? Давай. Что ты мой сладкий? Куси, Маси. Ребенок еще, он от сиськи еще не от это, не отошел. Да, он поприкусывает, но он это так вот играючи. Да. Да. Нашли местного жителя. Привязался к нам. Игручий, а посмотрите, какие глаза. Привет. Покажи. Степа. Степа, вообще глаза, взгляд просто космос, ты космос, игручка моя, игручка, красотулька, вообще лоскучий такой, блин, жила бы в Сочи, забрала бы, а также он до Ростова не доедет, да, малыш, малыш, в Сочи, кто живет, девочки, мальчики, в дендрарии, смотрите, какое ласковое дитё. Пристал, все облизал меня, все обнюхал. Божечки, какая редкая, да, такая вот. Еще в стае не хватает, он одинокий. Да, конечно, он жмется к нам теперь. Жмется, хочет любви и ласки. Детёшка, детёшка маленькая, космическая. Я буду скучать по тебе. Пойдем еще пройдешься с нами, только на проезжую часть не ходи. Пойдем, пойдем, все, пошли. Пошли, пошли, пошли. Не хочет меня отпускать, зай. Все, пошли. Рядом. Да, иди рядышком. Хороший, хороший песик. Это он мокрый, пятна, он, видно, в ручье купался. Животные ведут себя, знаете, это мы для них, а не для нас. Это вот у павлинов вообще можно брать уроки по самооценке. Они даже весной, когда страшненькие обрезали, они с таким видом ходят. Видали вообще? Это я смеялась, отдыхающие. Кошака увидели, покормить решили. Там, кыса, кыса, иди, там открывает. Он так глянул, скажет, господи, задолбали. Он даже голову не повернул к еде. Не, просто от нас не отходит. Вот он сядет, и сейчас вот мы пойдем за нами. Хорошие вы люди. Чувствую. Это тест такой. Да.
Понятно. Ну так, короче, он здесь нормально, да, да, обитает? Да, местный житель. Я его видела уже не единожды, красавчика с такими глазами. Да, глаза просто. Глаза космические. Такое ощущение, как помнишь, лайки. Ну да, что-то. Мне вообще жалко хасок здесь, вот в Сочи. Не, они вот даже зимой там к бетону, они пробирают все до бетона, чтобы попрохладнее было. Зачем? Нижняя часть дендрария. Первое, что мы увидели, это озеро с лебедями. Озеро, ну, это водоем, да. И петушки, а, и курочки даже. Супчик, ну да, на ужин можно их пригласить к нам. Красивое место. Ну что, идем? Мы уже обошли, по-моему, весь нижний дендрарий, походили по этим лабиринтам, вышли на аллею цветов, посмотрели даже на черепах и будем двигаться к выходу. Вот это самая интересная локация, ну, наверное, самая последняя уже, интересных было очень много. Вот это вот я вам последнее, что покажу из дендрария. И мы уже в Сочи на набережной, разглядываем яхты. Немного запоздали, хотели покататься на яхте, но попали в жуткую пробку. И, короче, солнце уже село, а я хотела на закате, чтобы был такой красивый вид, красивые фотографии, все дела. Ну, сегодня походим, поразглядываем, посмотрим. Уже записали телефон, тут менеджер нам предлагает скидки какие-то. Очередя сумасшедшие на яхты, посмотрите, вообще просто народ. Видите, да? Thank you.
Так, ну что, здесь уже потише. Посидели мы, покушали. На 5,5 рублей. Какое-то странное здесь покрытие, зеркало. Я, в общем, пошла в дамскую комнату. Еще один новый день нашего прекрасного отдыха. В общем, рассказываю. Давненько я что-то ничего не рассказывала, не общалась с вами. Уже показываю, так там музыка, там орут, там бесятся, там крики, там шум какой-то. И все, ничего не рассказываю. Сейчас утро. Утро, 12 часов утра. Мы недавно встали и поехали позавтракать в Сицилию. В общем, мой милый сейчас пошел там кое-каким делам, я решила потратить время с пользой, пообщаться с вами немножко, рассказать вам, что да как у нас тут. В общем, я уже и загорела, и сгорела, уже и алоэ вера я себе мазала несколько раз, и, короче, уже вроде бы эта краснота сошла, несколько дней ничего не записывала, не брала вообще камеру в руки. Вот, потому что не кайф, не краситься, не причесываться, хочется просто ходить с пучком на голове, ни о чем не заморачиваться, не краситься, ничего не делать вообще. И вот сегодня настал тот день, когда мы решили тут прокатиться по делам. Мы просто, короче, каждый день просыпаемся, идем завтракаем, и идем на море, потом приходим с моря, обмываемся от соленой воды, обедаем, идем куда-нибудь, и потом опять идем на море. Вот так вот каждый день. Ну, вечером мы выезжали на Эмеретинскую эту набережную, туда, где эти богатырь, там вот эти вот все дела, фонтанчики, ну, несколько раз туда, потом ездили в Сочи. В общем, когда все одно и то же повторяется, я, в принципе, это не записываю, там ничего как бы не меняется, да, ну, как бы кафешки кафешками, вот, а так все, в принципе, маршрут одинаковый. В общем, что, уезжать мы пока еще не собираемся, а сегодня у нас по плану мы хотим пойти в этот парк аттракционов, Сочи парк, на карусельке. Я очень люблю
карусели прям сумасшедшие. Мы вчера поехали туда, спросили там, что там да как. Короче, одна карусель не работает. Самое главное, там я забыла, как она называется. По-нормальному я ее называю петля смерти. Самая такая большая, сиреневая. Вот, я очень обожаю типа, вот карусели. У меня прям, не знаю, детство в попе просыпается. Я когда вижу, у меня так мне хочется на всех каруселях прокатиться. Мой любимый, он, конечно, не очень любит. Он такие старается выбирать, если карусели, то только безопасные. Но все равно он тоже хочет мне составить компанию, хочет тоже, чтобы я порадовалась. Вот, и, короче, мы решили, что мы пойдем сегодня на карусели. Но если все получится сейчас, если ничего не поменяется, если ничего не обломается, то мы поедем на карусели. Вот, мы сейчас тут кое-какие дела еще важные поделаем и поедем собираться. Вот, вчера купили торт, огромный, короче, просто космически вкусный, и мы его вчера вдвоем за вечерочек вмяли. Осталось там совсем маленькие два кусочка, но это, наверное, на сегодня, на ужин нам. Мы вчера пришли с прогулки и такие, что делать, давай этот тортик. Ну, мы зашли как-то, тоже гуляли, зашли в какую-то кондитерскую совершенно случайно и увидели там хорошие торты, вот тоже такие там ценник, типа у нас как мадам Безе, только чуть у них дороже, все-таки это на курорт, да, и вчера так удачно выбрали торт, мы просто каждый раз в каждый вот, кафешку заходим, заказываем какой-нибудь торт, берем, да, и оно все не нравится, вот все не нравится, вообще никакущее, а это мы совершенно вот рандомно зашли в кондитерскую и, короче, вчера надыбали тортик кайфучий, но мы его вчера вдохнули. Да, я кушаю прям на ура, я не знаю, сколько я сейчас вешу. Есть вот эти услуги, короче, весы, встань, узнай свой вес. Мне мой говорит, короче, встань, говорит, давай взвесимся это, посмотришь, сколько ты весишь. Я говорю, нет, я не хочу себе портить отдых, я не хочу. Да, я чувствую, что я набрала, я прям ощущаю свои щечки, но ничего страшного, я приеду, я потом все это отработаю. Ну, худеть будем потом уже, по приезду просто. Ну, какой сейчас смысл отказывать себе в каких-то там вкусностях, в каких-то удовольствиях, ради чего? Ради чего? Он будет есть, а он как бы, ну, вообще, вот, да, он хочет все попробовать и там, и это. И я буду сидеть такая, давиться слюной и не есть. Типа, я на ПП, я на диете. Я, конечно, и так стараюсь себе там, да, максимально ограничивать себя в каких-то там жирных, там, да, там, мясо, там, да, еще что-то, вот, если он кушает. Я там стараюсь комбинировать там на это, на овощи, на какие-то там нежирные, пареные, на гриле, там, без масла, без того, без всего, в общем, ну, но все равно, как бы, там, ем прям нехило, вот, ну, не знаю, ну, тяжести такой не ощущаю особо там, что у меня иду, и там холодец трясется, но все равно я ощущаю, что у меня щеки поправились, я вот прям говорю, и у меня, это, знаете, когда вот так вот улыбаешься, и чувствуешь свои щеки, что они у тебя, это, поднимаются к лицу. Вот, что еще, погода у нас офигенская, мы, как всегда, вот, налегке, на лайте, шортики, маечка. Сейчас заедем, переоденемся, потому что утром встали на скорую руку, на скорую ногу. Нужно было по делам смотаться. И это так прикольно. Сегодня, кстати, 1 сентября. Весь город в первоклашках. Сейчас покажу. Вон, видно вам, топают красотки, кукленыши. Везде и всюду. Девчонки, мальчишки, школьники такие нарядные. Так это приятно, знаете, и в кафешку зашли, и уже, как бы, да, ну, 12 часов дня, там люди, видно, после линейки уже это сидят, отмечают 1 сентября, детишек кормят, такие все девчонки, это с бантиками, я прям, знаете, ностальгирую, когда я тоже была, ну, маленькой, да, в школу ходила, и вот это по кайфу, вот это банты, вот эти, вот эта вот рубашка с этим вот, как жабо, да, вот с этим я прям любила вот это выряжаться. Ну, 1 сентября, форма, ну, короче, классно. Воспоминания такие приятные. Все, не буду тратить место на телефоне. Нам осталось еще, я не знаю, сколько дней, потому что мы как-то не это... Окончательно у нас нету даты, когда мы будем уезжать. Может, еще дня два, может, три, может, четыре, поэтому... Все, отключаюсь. Буду делиться с вами более... чем-то, наверное, интересным, нежели своими мыслями. Не, ну хотя все равно вам озвучка, что же, наверное, интересно, да, что происходило, где мы были, что как. А то я так, оп, включила там камеру, да, без звука, показала и все. А так, что, где происходит, не рассказываю. Все. Не отключайтесь, не переключайтесь, будет много еще интересного, надеюсь. Уи! В общем, мечта сбылась. Мы приехали в Сочи парк. Мы купили электронные билеты на 2 дня. И сегодня мы будем отрываться по полной. Короче, 1 сентября, народу не очень много.
вечер. Мы приехали уже после обеда. Сейчас уже часов 5, наверное. Вот. И, короче, я не знаю, что я буду снимать. Наверное, не буду снимать, потому что я буду кататься. Вот. И главное, что мы здесь. Кайф. Ура! Ура! Сочи парк. Мы взяли электронные билеты через интернет, так гораздо удобнее, нам сказали, и дешевле на 100 рублей, что-то там 3, чтобы в очереди не стоять. Да, и чтобы в очереди не стоять. Они не дешевле, мы взяли на 2 дня, поэтому они вообще никак не дешевле. Дешевле на 100 рублей, да? А, ну все равно, вот хоть что-то 100 рублей дешевле. Вот так выглядит Сочи парк внутри. Кто не был, девочки, мальчики, очень рекомендую. Я здесь уже, наверное, третий или пятый раз в своей жизни. И каждый раз во мне мой внутренний ребенок очень-очень ликует и радуется от счастья вообще. Я не знаю, здесь все мое детство просыпается. И я вот сейчас пойду кататься вот на той торпеде. Это просто космос. Моя любимая это, как его, каруселя. Там не то, что дух захватывает, там просто вообще душа вылетает из тела. О-о-о, кайф. Пойду кататься на эту качелю. Она вот так вот, как бы молот, тарелка такая, короче, и она бывает еще солнышком крутится. Кайф. Космонавтом только, вот ты чё, мне уже плохо было. Уже ливер был у меня полетел. Чё-то я сейчас, кажется, это, не пойду туда. Ну, нормально всё будет, тихо. Что долго, четыре круга долго, так. Теперь они все останавливаются. А? Останавливаются уже все. Да понятное дело, но 4 круга это очень много. Да нет, это немного. По ну, сути, вот минута. По сути, минута. Видишь, я записываю минута, но что-то прям это. 4 круга казались мне покажется вечностью. Да нет, ну что-то вечностью. Нет. Она больше останавливается. Там буквально сколько, секунд 20, наверное, максимум. Не, я пойду. Thank you.
На этой качельке мы уже катались, я два раза, один раз с моим зайчиком, один раз сама, получается два раза, короче, на американских горках накатались. Кайф.
я вообще в восторге. Просто не хочется уходить отсюда. Я не знаю, сколько я уже скинула лишних калорий вместе с адреналином. Не хочется ни есть, ничего не хочется. Просто хочется как по кругу бегать и кататься на всех этих каруселях. Восторг. Восторг и только. В общем, мы сейчас будем кататься на колесе обозрения. Та-дам! Надо же, даже сплит работает так прям вообще прохладненько. Так вот выглядит кабинка. Мы едем вдвоем. Тет-а-тет. Даже столик. Я его не сразу заметила. Прикиньте. Прикольно. Thank you.
что, приветики, еще один новый день. Так, смотрю, опять утереблю свои волосы. Что-то я не подготовилась, да, так включила камеру. Ну, у меня же нет постановочных видео. Вы же знаете, что у меня все экспромтом, все real, unreal. В моменте, ого, уже даже в свитерах пошли девчонки, обалдеть. Мы, короче, приехали домой, рассказываю. Мы уже в Ростове, мы приехали ночью. И сегодня я целый день перестирывала шмотки, приводила себя в порядок, надавила себе все лицо, делала себе пилинги, масочки, отмывалась, стирывалась. Ну, как бы, в принципе, там я тоже купалась, но просто все равно там влажность, там вот эта вот кожа постоянно потела. Я еще супер этими защищалками, этими УФЭ максимально мазала свое лицо, но все равно я загорела. Я думаю, вам видно. Я мазала 50 SPF. Вообще, представляете, лицо, а тело 30-кой, но я черная, приехала домой, сейчас мама говорит, ого, ты черная, вообще не узнать, я думаю, ну вот руки, да, но я сейчас в свитере, у нас похолодало в Ростове, вообще просто дубак, на улице сейчас 16 градусов, люди ходят в свитерах, очень холодно, вот, но мне, короче, прям нравится, я немножко подустала даже от солнца, от пекла этого. И я сейчас вот кайфую. Что хотела сказать? Короче, очень много хочется всего рассказать, но я, наверное, решила закончу этот влог. А в следующем влоге, может быть, что-нибудь еще расскажу. Отдохнули просто супер-пуперски. Я так переживала, что я поправилась. Я перебежала домой, такая, ну, мне нужно было там домой кое-какие дела сделать. Вот. И я, короче, такая встала первым делом на весы. Думаю, блин, поправилась. Девочки, на 100 грамм поправилась, на 100 грамм, так при том, что я ела там как не в себя вообще, мы ели постоянно, еще торты покупали, мы там надыбали, короче, кайфовую кондитерку, мы в ней постоянно тортики покупали, такие килограммовые, ну, постоянно, да, мы неделю были, мы два торта, короче, там купили, и мы каждый день покупали еще пирожные в этих кафешках, у меня мой любимый любит очень сладкое, и дегустируем в каждом ресторане их какие-то изысканные пироженки, тортики, в общем, пробовали все и вся, но я удачненько не поправилась, но я плавала еще очень много плавала, во-первых, да, мы в день нахаживали, у меня это приложение Шагомер, я смотрела каждый день, сколько я нахаживала, я ходила, мы ходили по 10-15 километров в день, каждый день, ноги просто, на пятках кожа горела, я не знаю, мы очень активно провели это время. Просто, я не знаю, столько впечатлений, эмоций. Я старалась максимально с вами этим всем делиться. Но я поняла, что у меня, конечно, на телефоне места не хватит памяти. Вот, поэтому где-то уже думаю, не, просто вот пусть это будет в нашей голове, в наших мыслях, в наших воспоминаниях. Уже сегодня покажешь и не расскажешь. Вот, конечно же, ну и что-то должно остаться все-таки действительно личным. Вот, что еще из событий? Сегодня, короче, прикиньте, закинула стирку. Белое, все белое закинула в стирку и не заметила, как в этой белой массе у меня оказался мой платок Парео, который я покупала в Индии. Голубой платок Парео, представляете, понимаете, да, в Индии, там хорошие краски. Короче, все белые вещи, я не знаю, как я проморгала этот платочек, он такой тоненький, легенький, и, короче, у меня все вещи, и мои, и его, все голубого цвета. Да, я в шоке, короче, мы оборжались, все утро ржали, вот, ну, немножко, конечно, он удивился, ну, сначала такое, возмутился, а потом такой говорит, ну, что, типа, ну, все равно это вещи, там, типа, ла-ла-ла. Ну, в общем, я не знаю, сейчас буду искать, зайдем в Магнит Косметикс или в Ленту, поедем сейчас. Будем искать что-нибудь, чем отбелить наши шмотки. У меня белая моя юбка, моя белая новая рубашка, все голубое. Все.